Добрый день. Сегодня 18 февраля 2015 года. Я получил посылку из Великобритании. Из Великобритании посылка шла с 29 января, ну, меньше месяца. Если вы поклонник такой же, как и я, вот этого сериала, то вам, наверное, знакома вот эта вот совершенно замечательная фраза. Если вы захотите узнать, как она, что она означает, то, в принципе, воспользуйтесь программой Google Переводчик. Я выбрал вот такой цвет. Есть вот такие вот цвета. Но мне кажется, вот Navy Blue, он наиболее интересный для футболки с таким предназначением. Знаете, у компании, американской компании, выпускающей самые лучшие бейсболки, флеткэпы, снэпбэки, есть такой лозунг: Fly your own flag. Надпись на футболке – это больше, чем просто надпись. Это твой посыл миру, твой месседж. Ну, я посчитал, что вот этот месседж отличный. Посылка шла из Ливерпуля, Великобритания. Стоимость доставки 5,50 фунтов стерлингов. Сама футболка, я считаю, очень дорого стоит, 13 фунтов. Но удержаться от покупки не смог. Сейчас быстро посмотрим, что здесь находится в конверте, на котором написано «Королевская почта». Ну вот, как упаковываются посылки, которые приходят из Китая, и как упаковываются посылки, которые приходят из Великобритании. Пожалуйста, сразу футболка. Никаких тебе пакетиков. Вот такая вот картоночка непрезентабельного вида. И футболка с моим выбором фразы. Там есть футболки с фразой «Зима приближается», и «Ничего-то ты не знаешь». «Ничего-то ты не знаешь», Джон Сноу. Вот я решил показать эту футболку. Кто смотрел четвертый сезон, запомнил, наверное, этот момент в фильме. Очень была сильная сцена, по-моему. А вот как выглядит надпись. Ну, цвет здесь из-за света трудно разобрать, но это Navy Blue. Бренд производителя. Ну и, конечно же, это фабрика в Бангладеше. Всем пока!